17 марта в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ прошел юбилейный творческий вечер, посвященный 70-летию народного артиста Республики Татарстан и заслуженного артиста Российской Федерации Марселя Забарова. Праздник состоялся в стенах университета не случайно, ведь вся жизнь и работа юбиляра играют важную роль в эстетическом и нравственном воспитании студентов. Можно не сомневаться, что именно нескончаемое вдохновение Марселя Забарова успешно прививает студентам любовь к высокому искусству, что вносит огромный вклад в нравственное воспитание будущего поколения, в сохранение и развитие татарского языка. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.